касается нас, касается наших сердец. Дух Святой, Дух Святой, я в твоих руках. Я в твоих руках. Опасного места нежности, водопад. Наше безопасное место.
Лобзает он меня лобзанием у своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое как разлитое мира, как разлитое. Открывай нам твое имя, имя, твое имя, о, как разлитое мира, имя, твое имя, как разлитое мира, имя, твое имя, веки меня, мы побежим за тобой.
любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скитальцем возле стад товарищей твоих, если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих возле шатров пастушеских. Скажи мне, что ты делаешь сейчас? Где раскинул свой шатер? Скажи мне, шепчет твои славные ушки, твои глазки. Мне так нравятся твои глазки. У кого-то карие, зеленые, у кого-то даже в линзы есть. Он говорит, я и линзы твои тоже люблю. Они так тебе идут хорошо. Красивые глаза, прекрасные сердца, мы вместе. Красивые глаза, прекрасные сердца, мы вместе. Красивые сердца, мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у груди моих пребывает. Твоя площадка, твой аэропорт.
Твои плоды так приятны, папе. Твои плоды так приятны, папе. Твои плоды так приятны, папе. О, веточка, веточка любви. На твоей веточке так много славных плодов любви. На твоей веточке помаши своими веточками, папе. Подними свои веточки. Смотри, как много плода на твоих веточках, на твоих веточках.
сейчас на этом месте течет водопад, водопад близости. Ты в духе можешь входить в этот водопад, просто входить в этот водопад. Обновление, освежение, больше близости. Вставай по вере в этот водопад. Кстати, вера, она не берется сама ниоткуда. Вот если я, например, ну вот с Димой, например, крахмалем, чем мы больше друг друга знаем, тем мы больше доверяем друг другу. Так и с Духом Святым. Чем ты ближе к Нему, чем ты больше Его знаешь, тем твоя вера, она естественно, совершенно естественно начинает расти. И вдруг ты находишь себя вместе, и ты понимаешь, что ты сын, что Его любовь действительно безопасна и безусловна. И совершенно гармонично через тебя начинают двигаться все эти дары. И это происходит из места мира, шалома, спокойствия. И этот пир, этот большой стол, он накрывает большой стол, зовите детей. Он накрывает большой стол, зовите детей. Он накрывает большой стол, зовите детей. Я накрываю большой стол, зовите детей. Я накрываю большой стол, зовите детей. Я накрываю большой стол, зовите детей. Саша, Лена, кушать. Оставленные, брошенные, придите. За этим столом есть место для каждого. Есть место для каждого. Есть место. Для каждого. Для каждого. Для каждого.
место. Здесь место для каждого. Здесь есть место. Здесь есть место для каждого сердца. Здесь есть место для каждого сердца. Здесь есть место для каждого сердца. Здесь есть место. И духу отверженья здесь не место. И духу отверженья здесь не место. И духу отверженья здесь не место. Есть место. Есть место для каждого. Есть место для каждого. Каждого сердца. Каждого сердца здесь есть место для каждого сердца. Здесь есть место для каждого сердца. Здесь есть место для каждого сердца. Здесь есть для каждого сердца. Здесь есть место 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 для каждого сердца.
идем дальше. Ходим глубже, идем дальше. Курс верный. Посредников между тобой и им. И эти посредники — это как мысли. Они что-то тебе говорят, летают. А вот здесь, ой, там, ой, а я выключила плитку, а котлету я дожарила. Ой, а вот здесь что-то еще. Ой, а вот здесь я увидела то. Пусть эти посредники, они умолкнут все. Один посредник — Иисус Христос. Вот голос его так сладок и приятен. Настраивай свои антенки, свои уши. На его прекрасный голос. Прекрасный, прекрасней всех прекрас. Благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы, под покровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно, и лицо твое приятно. Ты, может, смотришь в зеркало утром и думаешь: Господи, но мое это лицо точно неприятно тебе. А он говорит: лицо твое приятно, даже когда изо рта пахнет. Так приятно мне, потому что на самом деле ты — это распустившаяся смоковница, и ты так пахнешь вкусно. Ты так пахнешь вкусно. И папа так: это моя смоковница распустилась и пахнет. Голубица моя, лицо свое покажи, не бойся. Прекрасна ты вся, даже не накрашенная, не накрашенная, прекрасна ты вся. Прекрасна ты вся, прекрасна ты вся, возлюбленная. Я слышу твой голос.
время пения настало, и голос пролиться слышен в стране под названием Ямб. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы расцветают, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя. Yeah.
знаете, здесь вот стих: «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Я слышу, как Дух Святой говорит, что сейчас происходит разблокировка. Там, где был запертый сад, может, ты был как запертый сад, как заключенный колодец, как запечатанный источник. И приходит возлюбленный в сад свой, чтобы вкушать плоды его. И происходит разблокировка, активизация.